Всем здорово, теневые бойцы, с вами Барсук, а я все продолжаю проходить боссов дня на теневом пропуске. Это получается уже будет 16-й босс дня. Смотрите, ивент я уже полностью прошел, что на обычном, что на престижном режиме. Как я уже и говорил в предыдущих своих роликах, да, некоторых, что в связи с тем, что у меня активирован теневой пропуск, мне каждую неделю стабильно дается по одному билету и по 100 жетонских. Ну и собственно так я быстро и прошел этот ивент. И смотрите, сет я тут уже собрал, ну как бы не собрал, но как вы видите, у меня 1300 жетонов, тем же самым я куплю премиальный бустер ивентовский, и я в любом случае дойду до последней карты из сета Азумы, а именно Нагинаты. Плюс еще в конце я вам покажу свою максимальную силу прокачки. Раз я ролики не пью уже по этому ивенту, ну хоть так я вам покажу свою максимальную силу прокачки. И да, Азуму все-таки уже понерфили, видимо он уже всегда таким изичным будет. Я думаю, вам самим просто уже не будет интересно наблюдать за тем, как я нагибаю изичного Азуму. Ну реально, ну я его прошел вообще расплюнуть. Тем более не в каком-то сете со способностями, а чисто в обычных легендарных вестнических доспехах, без каких-либо способностей. Ну что ж, народ, погнали на босса дня, смотрим у нас, что здесь за босс, читаем текст. Ты должен задержать одного судью. Знаешь, кто такие судьи? Это загадочный верховный клан вестников. Они могут забрать любого вестника с собой в путешествие. Оттуда никто и никогда не возвращается, я знаю, куда их забирают. Этот конкретный судья – вершитель судеб. Весь клан судей подчиняется ему. Сегодня он хочет забрать кое-кого, кого мы не можем отдать вершителю. Мы любой ценой должны защитить этого человека. В бой. Противник полностью восстанавливает теневую энергию на 3 успешных удара, но она исчезает через 3 секунды. Ну, это обычный сет судьи, так что тут нечего бояться. И да, там, блин, я забыл вам показать перки на доспехе, шлеме и когтях. И спецприем. Ну ладно, там все по стандарту, в принципе. На когтях единственное, что там стоит легендарный спецприем – животное ярость. Все. И сет фаер. Ну, конечно же, у него должны быть камы, но у него, видите, тут когти. Ну, ладно, так. Так. Хорошо. Вот так я забираю вершителя судеб. Но вряд ли ему удастся успешных 3 удара мне нанести. Вот. Один может, да, может 2, но не 3. 3 это будет для него слишком жирно и много. Так, вершитель судьбы. Значит, ты должен типа решить мою судьбу, да? Ага, это я зря поспешил. Так. Так. Это я тоже зря. Блин, что-то не то сегодня со мной, народ. Что-то я спешу куда-то. Куда я спешу? Тяжелый удар этот, блин, впритык возле стены он стоит. Я делаю этот тяжелый удар. Я просто думал, знаете, типа мой перс упрется просто в этого судью. И он его не перелетит. И тем же самым я его... Ну ладно, хорошо. Пускай будет так. Хорош. Молодец. Да ну шо ж... Шо ж я перелетаю, народ? Хорош. Перелетаю я постоянно, блин, на ближней дистанции я наношу этот тяжелый удар на когтях. Но видите, я его все равно и так на 3-0 забрал. Но, блин, многие моменты я, конечно же, во многих моментах тупил. Блин, это мне, конечно, не понравилось, как я сыграл. Ну ладно. Сумрачный барьер, прокачка Каджо и флагшток. Просматриваем рекламу, забираем награду. Что у нас тут? Эдисекторы. Так, продолжить. Читаем текст. Быстро уходим. Я не хочу, чтобы он увидел меня сейчас. Ты бывал в пустой комнате? Ее хранителя Шибату сегодня собирался забрать сам вершитель судеб, а ты этому помешал. Шибата очень важен для меня, для тебя, для всей мировой истории. И вершитель судеб вернется за ним, я точно знаю. Ты заслужил свою награду. Завтра я дам тебе новое поручение. Как раз я выполнил задание, я победил босса дня, не используя метательного оружия. Хорошо. Тем же самым я сейчас открываю редкий сундучел. Давайте. Все мы знаем, что отсюда практически никак. Когда годного ничего не выпадает с этого редкого сундука, но хотя бы что-то, да. Так, подготовочка. Такой себе перк, вообще не пользуюсь, вообще вот этим вот, вот этой подготовкой не пользуюсь. Так, ну что ж, настал тот самый момент. Покупаем премиальный инвентовский бустер. Так, бустер паки, 1200. Кромсаем. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. 56 частей, да? Такое неплохо. Так, зов выше, униформа фельдшера, радужные кромсатели и отвага. Как-как?
Зов свыше. О, зов выше я прочитал. Как видите, я дохожу в марафонском до последней карты, до оружки. Забираю. Так, 5 легендарных ключей и Нагината, да? Ну что ж, идем в сеты. Делаем так и... Надеваем сет Адзумы. Смотрим, что у меня по силе вообще. Почти 63к силы, народ. 62 765. Нормально, нормально, народ. Пойдет такая сила. Кстати, хочу заметить, что абсолютно все... А, не, не все. У меня только металка не прокачалась. Видите, бесконечная боль. На уровне чакр света, да, металлок этих факира. Ну, а в остальном у меня абсолютно все шмотки прокачались. То есть, шлем, смотрите. Причем, так, не на мало он прокачался, вот. Доспех. Тоже нормально прокачался. И оружка Нагината. Тоже более-менее. Причем хорошенько она так прокачалась. Смотрите, пойдет. Нормально, нормально. Меня все устраивает. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставим лайки, комментируем. Подписываемся обязательно, те, кто не подписан. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видосы. С вами был Барсучара. И всем пока.